что тут можно поделать? В коробку залезть, что ли? Ну ты же сейчас застрянешь. И придется пылесосом тебя оттуда вытаскивать. Куда ты полез? Пылесосом. Ну попик. Я помню, как ты себе губы хотела сделать пылесосом. Присосала вот так, а я потом не могла оторвать. Ну что ты туда залез? Не, ну ребята, посмотрите. Сейчас придется так. Его как-то оттуда вытаскивать. Это же можно разрезать, правда? Ой, обалдеть, представьте, вот так вот такие салфетки продаются. Ты такую руку туда засовываешь, а там коль-коль тебя в пальчики. И кто тут сидит? Никто. Ну тебе же тут тесно. Нормально мне тут. Ну вылази, иди ко мне, я тебе конфетку дам. Понормошечную. Да-да-да. Ребятушки, смотрите, что мамочка моя, бабулечка, пошила нашему любимому попику. Ну, не только попику. Скоро еще мама будет спать на таком диване. Она этот самый ему такое сделает. А вообще это для фоток я делаю, поняли? Чтобы были фотки в сообщество такие красивые. Понятно. Моя холёсая кукатулечка. Надо его, наверное, покупать. Это у него какая-то грязная морда, по-моему. Ну это вообще, ребята, вы посмотрите, ты что, качаешься? Ну я просто залез под диван. Ребята, он у меня спортсмен, наверное, да? Попик, вылази. Что это за место такое? Ребята, смотрите, правда классно? Я бы тоже хотела иметь такой домик, но у меня не такой. Оно у тебя вообще огроменный. Гляньте, сколько всего здесь есть для малышей. Гляньте, какой маленький ежик. Один, второй. Второй вообще какой-то огромный такой. Прям вообще похож на настоящего. Папулик, это же знаешь как? Это чтоб тебе скучно не было. Такая типа тетя. Да, я буду с игрушками болтать. Круто вообще. Какая ты умная. Ребятушки, и вы только посмотрите, сколько всего интересного. Короче, знаете что, мы решили с Попиком пойти погулять. Вот я его выпустила в городе, а он сразу же начал от меня убегать. Он, наверное, боится людей. Он испуганный, что ли. Разве? Не боюсь я никого. Папуля, иди ко мне сюда, иди покажи ребятам, как ты умеешь быстро бегать. Ну и что ты будешь делать? Ребята, если бы вы видели его поводок, но я снимаю, потому что он ему не идет. Он не очень красиво смотрится. Так, Попик, пойдем, говорю тебе. Нет, тут прикольно. Идем, тут лапки неприятно тебе будет. Моя ты куколка. Да-да-да. Ребята, я его вытащила, потому что он просто ни в какую не хотел вылазить. Не бойся, Попик, не бойся, иди ко мне, иди к мамочке. А что мне бояться, у меня вопрос. Что мне бояться? Сейчас пойдем в кафешку, я буду кушать, а ты... О, придумал! Посидишь. Сейчас пойдем в кафешку и будем жрать пирожку. Нормально, да? Папуляка! И классно! И никто даже не знает, что ты звезда. Все на тебя смотрят и думают, ну крыска какая-то бежит колючая там. Да. И куда ты собрался? Главное, не упади в канализацию, а то я тебя не достану. И там настоящие крыски тебе покусают попку. Ага, да-да-да. И помыли лапы, ребята. Я его вытерла, а он начал играться полотенцем. Ему так понравилась прогулка. Ага. Правда, ему не понравилось почему-то, когда мы зашли в кафе. Он как будто хотел со мной вместе и этот Биг Тристи съесть, но ему же нельзя. Ну да. Тут сижу просто. Ребята, смотрите, я взяла Сёмин домик, который приготовила для съемки, поставила Попику, а он в него, понятно, не сможет залезть, он же большой. Сёма тоже не сможет залезть. Папуляка, не рви полотенце. Ты что делал? Покажи ребятам свои зубы. Покажи, как ты умеешь улыбаться.